Всем привет, дорогие друзья, с вами Вампир. И И Орбит. сегодня, да, со мной играет Орбит. И сегодня тут зашли в Imperium Galactic Survival, появились на сервере. Уже с Орбитом нашлись друг друга, вот он у меня уже начал астероид копать. Вот, так что... пока больше что... силикона. Больше. Я хочу себе огромные силиконовые сиськи. Ой... любитель сисек силиконов, ха-ха-ха. А собирать-то кто будет, а? Ладно, давай бури, я буду хотя бы пока собирать. Давай бури. Итак, очень много времени прошло с того момента, как я перестал играть в Imperium. И вот я в итоге в нее зашел, уже альфа 2.03. Ну, уже есть как бы версия 2.0.2.1. Но эта версия, грубо говоря, доступна тем, кто скачивает наперед версию обновления. Но актуальная сейчас, работающая, не лагающая версия, это 2.0.3. На ней, в принципе, работает большинство серверов. А значит, мы все сидим на ней, собственно. Ну, из отличий у них будет, что на 2.0.3, на стабильный, так называемый, больше серверов работает, да, как было сказано, и чуть меньше лагов. Хотя в Империи лагов и так крайне мало. Разработчики Imperium Galactic Survival сначала, ну как они делают, у них есть обнова, соответственно, у них есть стабильно работающая версия игры. Когда они хотят сделать обновление, они его сначала выкладывают отдельно, как экспериментальное обновление, соответственно, проверить сообществом игры, ну, игроками, вы понимаете, да, на баги и прочую разную другую требуху, ну, чтобы дошлифовать, а потом только заливать на основу. То есть сейчас, ой, так громко этот астероид, ой, бур работает. Дай хоть я побурю немножко, дай опыт ословлю. Да, дайте опыта. Что за фигня? Дайте опыта, опыта, дайте мне опыта. Ой, меня тут... Да ты в яме бури, в яме. В яме? Подкопаем. Ну, чтобы не разлетались во все стороны. А, так он... Блин, это же близко, ближнего радиуса такая. Фигня, ты чё? Ну вот и пошел бурить. О, я под астероид подкопал. Давай, бури, бури этот астероид. Что, ребят, очень интересно, мне понравилось, спустя время, я по факту в игру не играл полгода, вы можете посмотреть на канале, есть видео, очень-очень такое старое, древнее, ну там примерно полгода я в игру не играл, и зайдя в нее сейчас, я действительно вижу прогресс, вижу нехилый прогресс, вот видите, да, у меня сейчас бур, сейчас мы как-нибудь на горку заберемся так, вот это бур, который тебе дается в начале, он... Ну чё, господи, он... Дерьмо, но... И можно бурить, соответственно, в элементах развития у нас есть дрель уровня 2. Это классический бур. Да, это классический... Механический, механический. Да, механический бур, который бурит... Вокруг тебя разбрасывают осколки, ты должен собирать. А вот этот бур уже, который ты на 7-м левеле сможешь его открыть и собрать, этот бур уже позволяет тебе, соответственно, во-первых, и бурить, и сразу же получать себе, как говорится, в инвентарь материал, который ты будешь. Очень классная, кстати, интересная штука. И на расстоянии что-то около 4 метров он примерно добывает. Да, штука классная. А вот этот классический бур, он, по-моему, работает на какой-то биофуэл. Ну, то есть, грубо говоря, бензин. Это как наша, знаете, бензопила такая. Кстати, да, насчет бензопилы, тут есть бензопила. Прикиньте, тут есть бензопила. Это пора устраивать Вархаммер местным. Пора устраивать Дум. Ты что, это же Дум. Это такая отсылка к Думу. Просто бешено. Ей можно пилить. О, пилится. А. Ну, отнимает. Она не отнимает. Да, не отнимает. Ну ладно, не надо тратить биофуэл наше. Драгоценное топливо. О, большое алоэ. Фига себе, правда, алоэ по пояс.
Большое алоэ. Алоэ по пояс. Алоэ по пояс. Ладно, давай дальше будет этот силиконовый метеорит. Апать левел и так далее. Большая космическая сиська пролетела на планету, чтобы ее захватить, но неудачно сел, и теперь мы ее пурим. Ну да, конечно же. Ты все только об этом и думаешь, а? Ну ты... Какой ты плохой, а? Ну вообще, пошли с пошлику. Да, вообще, давай. Работай, работай. Ты бури, бури, я соберу. Да. Но она меня откидывает почему-то далеко, но это не очень удобно. О, наверх залезть. Опс, перелет. Да. О, так он почти уже закончился. И сейчас будет бабам. Бах. Да, все, мы сделали этот астероид. Ура! Че, сколько в итоге накопал? Силикон. Сейчас, да, последний соберу. У меня 220. 999 плюс 277. Ну ты красавчик, молодец просто. Так, я предлагаю, надо побежать куда-нибудь вот к озерцу, смотри. Видишь, большое озеро, а есть еще озеро на юге. Я вот думаю, куда, что вот может быть... Давай к южному. К южному? Может быть, лучше в этом ущелье оставимся, потом там к нам на ховерах хоть никто не приплется, не приплется к нам. Блин. Ну, если антиховер, то можно вот в этой червячной долине, я не знаю, как ее еще обозвать, червивой. Там на ховерах особо не покатаешься. Да, но там не очень-то легко, в принципе, на них путешествовать. Опа, я нашел прометиум. Кстати, тут как-то мало залежит. Не, у нас сейчас прометиум хватит. Нам надо построить маленький кораблик и начать с этого. Вообще, знаешь, как делал под водой базу полностью? Ну... Ее особо и не заметишь, и... Да какая разница, оно, блин, все отмечается. Не, если ты... А, кстати, надо фракцию создать, точно. Давай ты создавай. Если фракция запровачена, то не будет отображаться для других. Да, думаешь? Ну давай, сейчас я фракцию создам. Блин. Вот управление немножко поменяли, конечно. Меню инвентаря на тап, это не очень. Че, как назовем фракцию? Гаммибир. Гамбит. Гамбит? Гамбит. Вообще надо было назваться Барни. Мы Барни? Мишки. Да, мишки. Мы будем вкусными мишками. Мы будем мягкими мишками. Бар. Бар Сторинген. Точно. Мне особенно прикалывает эта реклама, когда ребенок просто медведя закрывает голову жестоко и беспощадно. Ай, куда ты бежишь-то? А я туда, к озеру к этому бегу, который внутри холмов. Лети, лети! Ты пилу-то убери. С ней не очень летать, аэродинамика меняется. Зато если что, кто-то прыгнет на меня, сразу распилю. Слушай, хороший видок. На видок? Сейчас наши зрители этого... Ё-моё, красота! Как-то, слушай, с растительностью тут не очень, да, я тут видел до этого серверок, у него деревьев там было куча. Кстати, да, одно из нововведений альфа это были деревья, и это реально классные деревья. У меня, ребят, сейчас графика стоит, я бы так сказал, вообще на минимуме, по-моему, я все повыключал, но чтобы лага было побольше FPS и поменьше лагов. Но, сами посмотрите, все равно... Даже это очень-очень так и красиво живописно смотрится. Хотя, распилим-ка это дерево. Нужно дерево, больше дерева. Так. Значит, на меня бежит паучок. Ой-ой-ой, где? Вот он. Я не вижу. А я бегу на тебя. А, вижу, все вижу. В лобовую атаку на паука. Все, он свернулся. Я пошел допиливать дерево. На мясо, чё?
дальше дерево пилить. Надо пилить дерево, больше дерева, ребят. Но не-не-не-не-не. Вдвоем еле распилили. Да, вообще. Анимация вообще классная. Ну да, анимация пилы. Да вообще всего анимация присутствует. Честно, я не ожидал, что у пилы будет анимация, вот, честно сказать. Так, у Бура тоже есть анимация. Не заметил? Не, ну когда они появились, я честно думал, ну смотрю, Бур. Думаю, ну ладно, сейчас попробуем. И когда увидел анимацию, думаю, нифига себе, ребята, замутили. А, ну вот, смотри, небольшие есть деревья. Ладно, я сейчас поставлю... Так, ты во фракцию, надо тебя принять. Ты вступай во фракцию. Точно, фракция. Да. Так. Эпли. Угу. Заявка есть. А вот так тебе. Так, ой, я слушаю, с кислородом что-то плохо стало. Тут дровяной печи не хватает. Так, я сейчас поставлю конструктор на берегу. Ой, тут смотри-ка, тень, у нас тут солнышко, сейчас будет ночь. Солнышко садится. Да, я не думаю, что очень будет хорошая идея записывать ночью, как бы будет темно. Ой, посмотрите, трава под водой, ребят, ну, то ничего себе. Ё-моё, ты посмотри, какой тут ландшафт под водой. Жесть. Водоросли. Офигеть. Водоросли надо собирать. Кайф. Короче, топливо делается для этих буров вроде бы. Офигеть, ребят, вот этого не представляете, а... Я вот этого еще не видел. Божечки мои. Офигеть. Слушай, с кислородом у нас вообще напряженочка так-то. Я что-то собрал, опыта даже словил, слушай. Да, опыт с них так не слабо капает. Ну да. Да, слушайте, ну это вообще красота какая-то. Вообще неописуемая красотень. Это напоминает чем-то сейчас субнация, или как она там правильно? Субнатику. Субнатику, да. Эй, харе мои собирать. Побеги, это мои побеги. Тут вообще все можно. У тебя вон вторая половина озера. Иди туда, собирай свою траву. Ага. Это моя это трава. Это моя половина, я ее даю. Это да, наша корова, мы ее доем. Ой, классно. Так, ну все, хватит, наверное, под водой, а то сейчас у меня стамина падает. О, там еще какая-то черная фигня, можно ее собирать. Ты там и прав, давай, вылезай, я за тобой нырять не буду. Да ладно, я уж как-нибудь тут... Там на берегу я поставил конструктор, если можешь им пользоваться, пользуйся. Или нет, ставь рядом. Нельзя. Тебе рядом свой надо ставить. Так я свой поставил. Еще каждому свой. Так ты поставь его. Ну, вот сейчас свой буду рядышком. Надо еще кислородку надо. Вот, поставить. ставь там кислородку, а я пока тут поплаваю еще немножечко. Ладно. Выберусь-ка я наверх и всплываем. Вау, вау, вау. Закат. Слушай, эту кислородку надо ставить в воду или как? В воду, да. Вот это маленькая, короче, которая... Да. Угу. Её нужно ставить в воду. Я к берегу сейчас плыву. Угу. Ой, ой, у меня кислородика стало плохо, все с ним плохо. У тебя бутылки-то есть? Или ты уже их сосал? Ой, я тут вижу всякие твари по берегу. Лазят. Не, я их еще не всасывал. Пришла мне в голову одна безумная идея. Сейчас я отключусь ненадолго. Попробую через чертежи собрать смолоконструктор. Хотя, наверное, не хватит. Да нафига так тебе? Господи. Да. Ну, сможем его уже оба. А, креатив есть. А, вот, кстати, от... А, ты не заправил этот свою кислородную ферму? Не, заправил. Она да? Тут же все расходовала, да. Видишь, там таймер тикает справа. Свою, кстати, тоже ставь нас за двое. А тут кислород не хватит. Не, слышишь, там, короче, надо использовать этот. Ее погружать полностью надо. А-а-а.
Не, она вроде работает. А, ну да, работает. Я свою собрал. Сейчас заново ее поставлю. Я всегда поглубже ставлю и как бы так лучше. Все, моя начала работать, и твоя работает. Так, потихонечку надо сбросить все металл. Нет, стоп, весь металл не надо сбрасывать. Надо сбросить прометиум и изготовить фуил паки. Максимальное количество. А, их 5 штук только изготовится. Ну ладно. Сейчас еще свои добавлю. Да, да, надо, надо. Что ты хочешь? Хардкор. Так, ховер. Какой ховер? Ты что? Нам нужен космолет. Не, подожди, я не про это, я про другое дело. Так. Ну я так мысли вслух озвучу. Ну, вижу ховер. Ну, сказал ховер. Ну раз, крепчает. Да. Так, что у нас тут? У нас тут так, у нас тут производится все. А вот, у меня еще есть руда. Ага, так, всякие еще прочие, 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 прочие. Тут всяких, всяких, всяких. Тут даже мясо есть. Слушай, смотри-ка. Больше мяса. Я с солямки изготовлю парочку. Солями, солями, это хорошо. Да? Да. Так, а теперь я хочу посмотреть. В игре есть очень удобная штука, такие как чертежи. То есть можно произвести какой-нибудь кораблик. И разработчиками здесь был предоставлен. Ага, 7-й уровень нужен. Ну ё-моё. Блин, 7-й уровень. У нас ресов не хватит даже на самый дешевый кораблик. Ничего, хватит. Наберем. Вместе-то наберем. Ты видел, что я сейчас построил? Ну ладно. Я распилил какой-то бамбуковый стебель в воде и получил дерево. Кайф. Не бывает. А сейчас я залагала вода немножко, я нашел баг, как можно полить дно спокойно. Ну я знаю такую штуку там. Оп, так. Вроде все есть. Да, подходишь поближе к стебелю вот этому под водой и все видно. Ой. Да. Есть выйти. Мультиплеер, history. Да. Потихонечку, понемножечку такое, ну, геймплейчик в игре-то все-таки есть. И довольно, скажем так, тут намного больше геймплейных моментов, чем нужно. Честно, тебя сейчас было хреново слышно, ты лагал. Да, я лагаю. Да, и вот сейчас ты тоже лагал. Здесь геймплейных моментов намного больше. Но здесь как бы игра. Слушай, и... ну, да, 50 куперов кобальта, 50 силикона, 40 железа, 40, чтобы собрать реактор, ассемблер и все. У нас столько ресов нету. Ну, я думаю, надо сначала собрать маленький кораблик. Вот, вот смотри, F2 жми, да? Стартовый кораблик, SV Starter Tier-1, маленький космолет. Мы хотя бы с ним на Луну сможем летать. Да, кстати, ребят, посмотрите здесь. Кстати, он сам все еще прикольный кораблик. Звездная карта есть. Очень-очень классно. У нас рядышком вот Аква. Аква рядом. Вон тут. Ну, тут ого, вообще... они карту переделали, вообще класс. Да. Сейчас еще галактику когда добавят, вообще будет классно. Ну да. Я хочу прыгнуть на Солнце. Почему нельзя на Солнце? Вы что, хотите сказать, что тут зона полностью PvP-шная? Какая? Да, тут... Омикрон? Тут все PvP, кроме стартовых планет. А, ну, классно, чё. А сколько сейчас антиснарода играет? А, так мы вдвоем с тобой сейчас на сервере. Он отображает только тех, которые находятся в данной локации на Омикроне. Нет, на B нажимаешь, там все отображаются. Я не помню, раньше это, пожалуйста, только те, которые находятся на локации, допустим, на том же Омикроне. С тобой. Не знаю, ты выходишь не в космос, знаю. Они в космосе отображают. Ты как хочешь, а мне нужен кислород. А там посмотри в этих. Одна бутылочка.
Одна ну и в другой, и в другой еще есть тоже одна бутылочка. Да, посмотри внимательно. На столе. Слушай, тут проще будет умирать и резаться. Ну и так ты будешь резаться за 0.5 хп. Ну, у меня, скажем так, 15% хп. Так, можешь себе дать хилку одну хотя бы? Не-не-не, поэкономим. Нам еще базы брать. Что так, ли? Ну что, будем строить тот кораблик? Там хотя бы можно будет быстренько летать и это... Давай я тебе дам металл, все, что у меня есть, по рельсам. Хочешь? Не хватит. Ты должен... Надо еще. Надо еще. Так, карта железа, железо, где железо? О, я за железками пошел. Не нужен. Вот. Куда ты хочешь, чтобы за железом сходить? Сейчас тут поблизости только магнезиума. Внизу. Параметиума. Iron deposit. А вот, вижу, да. Но это далеко пехай. Ну, что поделать. У тебя хавка-то с собой есть? Я суицидник. Ну. Есть. Четочку с собой хавочки. Пару канистров бензина. Ах, точно, я же могу винтовку сделать, наверное, уже. Чего вдвоем побежали? Не, давай-ка ты побежишь один сейчас. А я пока начну тут потихонечку обустраивать лагерек. Небольшой хотя бы. Давай, сейчас тебе ресы все выкину. Мои ресы. Царского плеча держи. Вот один контейнер забери. Бревно такое. Бревно. О, у тебя тоже 12 бревен. Ну, классно. Кусок арматуры мне скинул. А солями надо тебе? Солями не. Ну, там мясо, если что, настреляешь. Мясо будет классно. Очень будет классно. Так, ребятки, давайте, в общем-то... Сейчас, подожди. В общем, сейчас потихонечку обустроим. Чуть позже начнем записывать еще одно видео. Там уже хоть что-нибудь мы разовьемся как-нибудь, чтобы это не для вас было муторно показано. А так потом в дальнейшем постараемся вам сделать видео. Ну и самые интересные моменты покажем. Ну, не то что даже, да, самые интересные моменты. Ну и постараемся объяснить для вас, что такое вообще Imperium Galactic Survival. А возможно... Вы пишите под комментариями, что бы вы хотели бы узнать про эту игру, а мы вам постараемся это объяснить, показать. В общем, спасибо за просмотр. Если вам нравится видео, ставьте лайк. Пишите свои комментарии, пишите, что вы бы хотели бы видеть и так далее. В общем-то, мы постараемся, ну, над этим поработать, в общем-то. Ладно, пока.